Привет всем. Пришел такой вот конверт. Не отслеживается нифига. Не люблю такие конверты. Совершенно непонятно, что здесь может быть. И что я вообще заказывал, что вам можно рассказать об этом устройстве. Не отслеживается. В последнее время почему-то приходят ко мне посылки, которые вообще не отслеживаются. Это плеер. Это мини-плеер. Вот такого вот плана. Сейчас я нажму на паузу, подготовлюсь к тому, чтобы его протестировать. И рассказать вам, работает он ли вообще или нет. Ну вот мы возвращаемся к плееру. Что мне в нем порадовало? Железная вот такая вот клипса. Да и сам он, насколько я понимаю, из железа. Спереди находится плей-пауза. Переключение треков. И плюс-минус регулировка громкости. Сбоку гнездо 3.5 джек. И такая переключалка включения-выключения. Слева гнездо USB мини и гнездо карты памяти. Сверху ничего, снизу ничего. Ну давайте вот его взвесим. Ну, чувствуется, что он легкий. Включаем весы. И он нам показывает 15,7 грамма. Размер его составляет 2,8 сантиметра в ширину и 4,1 сантиметра в длину. Ну, давайте попробуем вставить флешку. Маленькой флешки у меня не нашлось, поэтому я взял флешку на 16 гигабайт. Вот посмотрим заодно, будет он считать такие флешки или нет. Насколько я понимаю, вставляется она вот так. Да, вот защелкнулась. Есть у меня вот такие вот наушники, прикольные, кстати, очень. Давно я их покупал, вот такого вот плана. Ну и включаем. Да, вот замигал светодиод таким красным огоньком. Сейчас одену второй наушник, чтобы уже... Что я могу сказать? Прочитал он спокойняк флешку на 16 гигабайт. Качество звука офигительное, но не знаю, это, наверное, из-за наушников. Все переключается, все работает. Флешку на 16 гигов читает. Металл все-таки не пластмасса. Клипса четкая. Очень прикольное устройство. Поэтому, в принципе, за такие копейки, а стоит он $1.55 сейчас, раньше стоил $1.45, я его за эту цену покупал. Так что вполне реально вот такую вот вещь себе взять. Можно на работу, не заморачиваясь телефоном, кинули в карман или прицепили на какую-то рабочую одежду и слушать музыку. Я очень сильный любитель музыки и очень часто слушаю музыку на работе. Поэтому не заморачиваясь со своим большим смартфоном, вполне могу кинуть вот такой вот аппаратик и наслаждаться любимыми композициями. Все, спасибо, пока-пока. Кому понравилось, покупайте. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. До свидания.